Решение принять участие в специальной военной операции житель Самары Фарид Мифтахов принял в марте 2023 года, а уже в апреле оказался за ленточкой. Там служил в противовоздушной обороне. В его обязанности входила охрана военной части от противника. С военкомата позвонили в часть, ну, где эти были эти вакантные должности на замещение. Вот. Ну, и с частью уже пришло отношение. Нет, с частью мне вообще повезло. Там спасибо командиру, части командиру. Вот. То есть там был такой порядок наведен. В первую очередь это был налажен быт. Душевые, бани, круглосуточно горячее питание. В сентябре 2023 года Фарид получил ранение. Его отправили в госпиталь на лечение. Затем была реабилитация. А после выздоровления Фарида комиссовали. Дома его ждали жена Эльвира и сын Барий. Я ребенку не сказала, что он придет до последнего. Вот. И надо было, наверное, заснять, как он его встречал, потому что это было прям очень трогательно. После окончания службы Фарид решил подать заявку на участие в президентской программе «Время героев». Он успешно прошел курс повышения квалификации по направлению «Современное публичное управление». Сейчас Фарид вновь проходит обучение, но уже по региональной программе «Школа героев», инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым. Уверен, и в тылу сможет принести пользу родине. Августина Охременко, Григорий Плешаков, «События».